Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить игру, которая, по твоему мнению, слишком умная для меня. Это корень зла. Что мы там должны были сделать? Так, разбитое окно, допустим. Да-да, в ванную зайти. Давай, пошли. Не понял, а ты с какого момента сохранилась? Так, подожди, мне нужно было тут вводить код, правильно? А с какого момента сохранение последнее произошло? Не понял. Или я не туда иду? Так, тут что-то капает, слышу. Но это вон там капает. А, это мне предлагают еще раз, да? Да-да-да, это мне надо подергать. Потом подергать еще раз. Да, это, видимо, вот это вот только и не сохранилось. Судя по всему. Да, это я помню все. И теперь можно нормально открыть. Угу. Окошко разбили, негодяи. А карту так до конца и не делал никто. Молодец просто, красавчик, чувак. Хоть бы обои какие-то наложил. Картинку, мол, там лес или что-то типа того. Просто ёбнул два дерева и скамеечку. Катающийся и все. Качели называется. Я не настолько отсталый. Я знаю, что такое качели. Да я помню это все. Давай, давай, открывай. Тут еще контрольные точки какие-то, какие они сами захотели, произвольные. Так, мне вот это что-то надо сделать. Это что-то с 3 минус 0. Но я думаю, это вот это вот отражение будет как зеркальное этому. На всякий случай тоже. Хотя вот эти я не вижу смысла пока зажигать. Смысл. Потом посмотрим в конце, что скажут. Вот это вот. Оно по-любому должно зеркалить этого вот. Но это я... Ну, допустим, 3, оно совпадает. Вот это вот 3. Потом 1, но здесь почему-то минус. Потом 0, и оно должно быть 0. Значит, единица и минус. Что-то не так. Также, кстати, ничего не включается. Вроде не, я пробовал в прошлый раз, ничего не включалось. Может, что-то по-новому. Кстати, я куда-то тут провалился. Ага, сюда. Может, вот так как-то. Кстати. Я бы сказал, что это 8-4-8, но нет. Оно вот так не должно быть, наверное. Но слишком криво. Но я вот сюда смог зачем-то пройти. Прям аж сюда. Когда я не могу... Даже в некоторые вот просто пустые пространства пройти, здесь я очень сильно могу. Значит, скорее всего, вот опять все, теперь я туда не могу зайти. Ладно, давай 8-4-8 на всякий случай попробуем. Я не знаю, но я один раз туда прошел, второй раз я уже не могу туда и пройти. Все. Это очень странно сделано. Давай. 8. Естественно. Все, 8-8. Сработало. Хорошо, отлично. Берем. А, пластинка. Пластинка это куда надо было? Это, скорее всего, теперь бежим в главный зал. Ну как бежим? Идем. Мы тут бежать не можем. Не можем. А куда тогда пластинка? А, вот оно, прямо вот здесь, рядышком. Хорошо. Еба, закрутился 3. А, это история. Ты видел, как он... Нихера себе, он с ручками управляется, конечно. Я думал, ее нахер открутит. Увидеть новорожденного было для меня настоящим шоком. У него было деформировано лицо. Один его внешний вид вызывал ужас. А что там? Ребенок умер несколько часов спустя. А моя жена была без сознания от истощения. Я не представлял, как ей сообщить эту новость после того, как она придет в себя. Да, бывает и такое. А что тогда мне теперь делать? Все? Вот обожаю. Вот просто показывают, мол, ну и чё? Она умерла, может, там что-то внутри появилось? Нет. Я решил загадку, мне за нее ничего не дали. Соответственно, что? Надо, наверное, идти дальше, учитывая, что это ПТ. Давай, открываем. Да, как я и сказал. Ворона все еще жива? Да. Откуда звук пошел? Я слышу звук, но здесь не сделали, чтобы... Если звук справа, то справа. Слева так слева. Тут просто звук железной дороги какой-то. Там кто-то стоит?
Нет, это кустик. Кстати, вот это вот что? А, это картины. Так, ну понятно, у нас загадка все еще остается с свиной головой. Что с ним делать? Значит, надо и найти источник шума, да? Откуда он должен идти? Это, наверное, шкаф какой-то, да? Понять бы еще, что за шкаф. И сейчас из него полюбасус выпрыгнет скример. Может, вот это вот, кстати? Нет. Хм. Я услышал, по-моему, скрип двери. Вон там. Или мне показалось? Давай на всякий случай здесь посмотрим. Здесь ничего не открывается. Здесь скрип двери показалось? Да, показалось. А что тогда я должен сделать? Ну, я слышу звук, но откуда он? Сверху откуда-то? Мне надо подойти поближе к верху и посмотреть, чтобы меня смогли напугать или что. Давай здесь открыть, открыть. Но все еще не могу взять этот ключ сломанный, допустим. Что за звук железной дороги? Откуда он идет? Хули ты как сказать, объяснить ты не можешь нормально, а? Будь человеком. Как это он сидит? Тут у меня до сих пор не хватает какой-то запчасти. Здесь, конечно же, закрыто здесь. Я уже не пройду. Может, тут что-то лежит? Да нет. А ну. Казалось, что кто-то дышит. Вот это вот проблема. Я слышу звук, допустим, но... Откуда он? Так, тихо, а ну, слушаем. Куда он может быть? О, тут еще один замок есть. Офигеть. Так, ну звука больше нет, а ну. Что, кстати, странно, звука больше нет. Это что, кстати? А, это медальончик, да, смотрел. Открыт дверь. А куда звук делся? Ну вот это вот, чучух, его больше нет. Ну здесь, понятно уже, очень много загадок еще, которых нерешенные. Но я услышал чучух, это к чему было вообще? Но он просто пропал, может здесь надо открыть еще раз. Хм. Подойти к стеклу в упоре. Здесь что-то найти. Символ может опять засветить. Вот это уже беда. Что реально с вороной что-то сделать? Заколебало ворокать. Ну и чё? Так, здесь чё? Ничего, ножи всякие. Откуда этот звук был? Ну явно же звук откуда-то был, я же не тупой. Он исчез. Так, здесь ничего нельзя. Я пытаюсь нажать, но ничего нельзя. Здесь, оказывается, замок был все это время. Здесь ничего. Газовые конфорки не включаются. Здесь ничего нельзя. Здесь тоже. Здесь нельзя ничего. Может, посмотреть вот сюда? Что, никого? Здесь ничего нельзя. Картина уже была ободрана, поломана. Так, здесь тоже не открывается ничего. Что за дрочь? Был звук. Теперь звука нет. Это что значит? Хер его знает. Что это может значить? Но отсюда же вошел, правильно? Теперь я не могу отсюда выйти. До туда я не дотянусь вообще. Здесь окно. Заделано. Ага, может нет. Крючки есть, но они не рабочие. Может реально где-то... Спрятали где-нибудь ключ, может положили. Прямо на столе, например. Серьезно? Капец. Я же пошутил просто. И чё? А, я должен составить какую картину, чтобы герб был. Понял. Значит, давай пока наугад. А, даже та. А я могу, например, это. А, могу. А это. А, да. Даже так.
А, значит, вот это вот сюда, а вот это вот сюда. Из таких двух получится вот такое вот. Допустим, а из вот таких вот, а из такого, и, например, какого может выйти другое? Из в крапинку. И, например, так, это ставим на потом. Звездочка с полосочкой. Полосочка со звездочкой. Так, ну это явно сюда должно быть. А это чуть пониже. Чтобы оно что получилось из этого? Это, скорее всего, вот сюда даже. А вот это вот сюда надо положить, чтобы... Но звездочка пока лишняя. Звездочка должна быть вот здесь где-то. Да. Да. Так, так. Оно получается звезда, но это желтая линия лишняя. Я так думаю, скорее всего, желтая этого наоборот. Но она горизонтальная. Горизонтальной больше нигде нет. Значит, горизонтальная она должна быть последней. Да, вот. И это плюс это выходит красный, желтым. И это. Слушай, ладно, это просто очень долго. Это не сложно, это долго. Ладно. Смотри, из чего может состоять желтый кружочек с палочкой? Вот он. И красный. Но при этом должен угол быть вот такой вот. Это значит вот это. Все. Если это плюс это сложить, оно как раз такой и выходит изображение. Как получить красный этот изображение? Этот изображение можно каким образом получить? Скорее всего, надо просто вот эти вот два поменять. Это вот сюда поставили. Все, это как начальный. Это чтобы собака получилась, чтобы здесь. Это получается вот так надо. Да, отлично. Но только здесь не совсем так должно быть. Это куда-то вот сюда надо положить. Чтобы вертикально со звездочкой есть. Отлично. Здесь должно быть синим. Синий. Какой? Так, как... Хорошо, синий у меня есть, например, здесь и здесь. Значит, тут и тут должны быть красные. Это, наверное, не этот. А какой может быть красный, но синий? Синий, но не такой синий. Синий, вот этот вот красный, он должен идти, наверное, вот здесь. Нет, но это тогда не получится. Допустим, примерно как-то так оставим пока, что это по-любому финальный будет изображение. Это ближе к финалу. И здесь надо как-то распределить. Нет, звездочка, звездочка, это должно быть, видимо, не сюда, а вот сюда. Да, потому что здесь никаких символов не должно быть. Здесь вообще должно как-то сложиться все очень странно. Тогда вот это вот поставим. Вот так вот даже. О, все сработало. Давай. Тук-тук, тук-тук. Че ты стучишься? Это ж игрушка. Там не откроют. Моя жена была близко к помешательству. Она кричала, звала, чтобы ее малыш вернулся. Она убивала крыс, она набивала хлопком и говорила, что это игрушки для ребенка на небесах. Она даже убила свою любимую кошку. Шавуху можно сделать. Это, по крайней мере, это крайнее проявление болезни меня сильно напугало. А врач сказал, что у нее тяжелая психологическая травма. Ее болезнь, расстройство личности перешло в нарушение сознания. Пока не сложно, хорошо. Единственная проблема тут это тяжело найти, что делать. Где эта загадка? А саму загадку решить тут пока ничего сложного не было. Вот это вот тление, это не сложно, это просто дрочь был. Опа. А сюда я могу зайти? Да, я это еще не открыл. Ну, пошли посмотрим, что... Почему меня так сильно повернуло? Пошли, посмотрим, что нам сейчас откроют. Так, вот она прошла, допустим. Это что-то новенькое, сейчас она... Бу! Нет? Ага, вот она. Получил ножницы, хорошо. А ножницы мы куда можем использовать? Кстати, вот кабинет какой-то появился. Тут мы можем куда-нибудь ножницы использовать? Вспороть матрас? Нет. Куда можно ножницы использовать? Сейф точно нет. У нас сейф еще не разгадан, да? Да, у нас сейф не разгадан. Давай пойдем везде и посмотрим, куда вообще могут они подойти, а там уже решим. Нет. Может... О, наконец-то. Ага, я понял. Нет, подожди еще раз.
Это, наверное, цифры к сейфу, наверное. Так, 4, допустим, Е, что такое? Е это, скорее всего, цифры. Ну, Е. Да, блядь, что вообще такое имеет в виду? Может, я недопереключал? Ну, третья, четверка, судя по всему, не может же быть 8, 8, 4, 4. Точнее, 8, 8, да, 4, 8. Другие никакие не переключаются кнопки. Хрен его знает, давай пока найдем, куда вообще мы можем использовать ножницы. Потом решим, что там. Я, естественно, кто бы сомневался. Тут открыто стало, нет, мне показалось. Значит, пошли с ножницами назад, и, наверное, ту мышь надо вспороть. Но вряд ли. Наверное, это с телевизором загадка, как пароль от сейфа, но вот хер знает, что не. Нет, видимо, не к сейфу. А у меня есть еще где-то. Да, там сундук был. 848. Точнее, 8848. Ну, такое, конечно, себе. Сейчас и узнаем. Опять сейф. Фу, подвал закрытый стал. 8. 8-4-8. Ну давай, у меня других вариантов нет. Давай. 8-8-4-8 сделаем. Но я сомневаюсь, это такая тупая идея. Нет, ну я же сказал, это бредятина. Нет, убери ты. Может, вот сюда мне нужно вставить? Ну да. Кто бы сомневался. И вернуться я, естественно, не могу, да? То есть мне где-то на этой территории нужно... Вот это вот ТДТ заебёт компьютер. У меня почему-то он решил, что я какой-то провод отключаю с компьютера. Но я никакой не отключаю. Хер ли ты хочешь? Так. И чего? Может, картину вскрыть? Нет. Давай посмотрим вообще, с чем могу взаимодействовать. Может, я опять что-то пропустил. Я-то невнимательный. Так, сейф у нас есть. Хорошо. Сейф. Здесь ничего нет. Здесь мы явно ничего не можем сделать. Одеяло мы не вскроем, простыню, точнее матрас, который... Может, игрушка эту? Опа! Ну, я сомневаюсь, но некоторые ножницами могут вскрыть. Я просто обязан буду попробовать. Куда я должен ножницы деть? Интересно, интересно. Вот видишь, находки несложные. Надо просто найти, куда их, блядь, использовать. Так, ну и чего? У них вообще камин горит насквозь. Значит, скорее всего, с сейфа. Фу, с телевизором давай. Надо будет думать, что с ним делать. Вот это вот что может значить? Может, они хотят, чтобы я сложил, но даже если сложу, это нихера не даст. Может сложить и отзеркалить. Три, типа три, но тогда 4 не получится. Но они же не хотят сказать 8-8-8. Я, кажется, понял, а что если это отсутствующие надо взять запчасти? 1, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7. 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 7, 1, 4, 2 и 7. Но если это тоже неправильно, то я не знаю. Ну да, отсутствующее это было. Я понял уже. И чё? Я могу... Может, ножницами забрать... О, монетку, да! Для игрового автомата. Тут мяч я не могу взять. Значит, давай вот сюда закидываем монетку. Так, блядь, рано еще. Подожди ты. Монетку давай закинем. Сука, заебёт. Блинкать. Ёбаный компьютер. Давай. Ебаш. Оп, слива. Оп, слива.
Сейчас такой не слива, и меня напугает, да? Еще раз. Серьезно. Да вы угораете, мне что делать нечего. Это мне реально предлагают таким дрочем заниматься. Что это за симулятор нищеброда, а? Да понятно, сразу было. Иди в жопу. Это хоррор называется. Капец. А мне это реально надо? Я просто не уверен, что я время просто трачу. Наконец-то. Наконец-то. Получен ключ. Пошли. От чего он? Ключ маленький. Ну, вряд ли от сейфа, да? Хотя давай попробуем. Чего бы нет. Кто бы сомневался. Какие у меня еще были маленькие замочки, я не помню тут. По-моему, на одном из шкафу. Но я не помню на каком. Так, на кухне был, в одном из шкафов. Нет, не здесь. На кухне, я помню, шкаф был. Но где еще, я чуть не припомню. Где еще замочки есть? Так, здесь что-нибудь есть вообще с замками? Так, тут... Нет, здесь ничего, ничего нет. Здесь нет ничего с замками, тут только сейф. Угу. Ну, загадок, кстати, не так много остается. Может, я даже доиграю сейчас. Куда я реально? Ключ. Ладно, походу не доиграю в этот раз. Ну да, естественно, кто бы сомневался. Чё за звук? Вот звук это типа подсказка или что? Или это типа пугает меня? Где? Вот куда мне надо его использовать? Я не помню, где тут еще замки могут быть. Так, где они еще? Там я уже был, ничего. Сейчас самое ужасное, что нагнетающая музыка уже кончилась, все. А как бы дальше и что будет? А уже ничего не будет, потому что будет тишина. И когда вот тишина выскакивает, скример, это вообще жопа будет. А мне еще тут клавишу искать надо, потом с клавишей будет дрочь еще, я понял. А где? А куда? Подожди, я что, пропустил какой-то замочек? Ну, один замок, я помню, на кухне вроде был, но вот здесь-то где он? Призраки, подскажите, пожалуйста. Я не понимаю. Да, это я уже помню, это я видел. Где еще может быть замок? Где? Тут.
Замки не открываются. Ну, может, реально куда-то вот сюда надо? Ну, тут, мне кажется, стетоскоп они имеют в виду, да? Прям намекают явно на него. Здесь я тоже не могу пройти. Вот про это место я еще говорил. Когда пройти не могу. Когда в зеркале я смог пройти. Здесь какой-нибудь замок. Так, хорошо. Может, я что-то реально вначале мог пропустить? Чего я мог тут пропустить? Но тут опять скоба эта появилась. Здесь он решил забивать. Больше свет никогда не включать. Правильно, тоже нахер надо. Может, я тут забыл где-то. Замок был. Тут нигде больше замка нет. Ну и куда? Куда вставлять? Тут я, скорее всего, монетку просто вырезал и все. Куда? Я хер знает. Давай в следующий раз уже поищем. Ну, не успел за три выпуска пройти. Ну, что поделать? Ну, все. Я пытался найти, куда, блядь, этот ключ может идти. Я уже обошел все 3-4 раза. Короче, надо будет найти в следующий раз замочную скважину. На этом все. Все ссылки в описании. Напиши в любой комментарий. Поставь подписывайся на канал. Скоро увидимся.